Хорошо. Ничего лучше не бодрит, как студеная вода после холодной ночи. То вроде покупал обычную воду, оказалась газированная. Будет утренний кофе с газированной водой. Всем доброе утро, ребята. Для меня оно не очень доброе. Всю ночь лил дождик, думал, палатка не выдержит, но ничего выдержала, не протекла. Сегодня посмотрел по прогнозу, тоже обещает дождик. Ну, в принципе, в спальнике более-менее терпимо. Переночевал потихоньку. Сегодня с 12 часов до утра обещают дожди опять. Это, конечно, хреново, все планы рушатся. Наверное, сейчас попью чая, пойду еще позанимаюсь металлокопом. Ну, а потом посмотрим. Что-то не накопался вчера. Вот азарт у меня такой. Сезон пока вот есть, пока трава не встала. Охота быстрее побольше покопать, особенно на полях. Потом трава взойдет и уже не походить только по лесу. Как мне всю зиму не хватало пения птичек с утра. Да и не с утра только. Просыпаешься под звуки. Кстати, ночью приходил же зверушка какая-то. Здесь я очистки оставлял вчера. Картошку чистил. Скушали. Косули, наверное, вот эти вот молодые. Хорошо. Жизнь возвращается. Мопедку вчера, кстати, помыл. На болоте там оставил. Да, палаточка, конечно, меня удивила. Думал, поплыву ночью. Под дождем буду там спать. Тоненькая, брал за копейки. Единственное, ну, ничего, выдержала. Единственное, вот говорю, что окошечко у нее не закрывается там на одной липучке, а с боков везде поддувает, поэтому ночью немного задувало. Не могли сделать тоже замок как на дверях, но да ладно. Первый сигнал на сегодня. Я уже вижу глазами даже. Такая вот железячка толстенькая. Кто-то может, конечно, скажет, да какой есть я металлокопатель. Всякую ерунду собираешь там помаленьку. Я, друзья, хожу в основном по полям, по лесам. В деревне не лажу, там некоторые чуть ли не в огороды к людям залазят. Есть у меня знакомые. Что, говорит, тоже металл копает. Сколько, говорит, собираешь обычно в день? Я говорю, да так, повезет там, килограмм 50, может, если повезет, 100 килограмм набрал. Он говорит, да кого ты? Я, говорит, за 2-3 часа на 100 килограмм набираю. Сам лазит по деревню, там, если в огороды к людям почти что залазит уже. Может и залазит, я не знаю. Не, я так не могу. Я лучше помаленьку, потихоньку. Будут интересные места. Есть у меня на примете, пока нужно подождать, пока это подсохнет. Весь везде снег растает, и уже там будем искать эти интересные места. Есть тут бывшие лагеря военнопленных, также старое деревня лесорубов, там, короче, интересных мест много. Пока просто добраться туда тяжеловато. Хожу пока что вот в таких вот выбитых местах, собираю остатки, можно сказать. Ну, вот так вот объяснил. Нашел в лесу вот такие вот ямины, как окопы идут.
Может, конечно, это искусственно создано. Решил здесь походить. И не зря. Нашел вот такую вот интересную находочку. Ножик. Какой-то странненький, конечно. Вот такой пока результат. Скромненький. Цепочечка. Интересненького больше ничего нет пока что. Периодически нападает, налетает дождик. Но пока сильного нету вроде. Сегодня Никитос отсобирался походу. Что-то дождик все чаще и чаще начинается. Так, поворачиваюсь в ту камеру, в ту сторону. Не знаю, там штук 10, наверное, больше. Вот эти ямы выкопаны. Не знаю, для чего они. Кроме козьих какашек там больше ничего не нашел. Не знаю, что это за ямы. Сейчас еще подожду. 10 минут, если дождик не кончится, то буду возвращаться уже в лагерь-то. Все, пришел в лагерь. Я так понимаю, сегодня дождик не даст покопать, так что... Ладно, хрен с ним. Сегодня позанимаюсь в лагере чем-нибудь. А завтра рванем до того урочища. Уже на мопеде, наверное. Если дорога там есть. Посмотрим, там находочки какие будут. Сварю гречечки с сосисками на обед. Так, а пока варится, выкопаю ямку глубиной 70 сантиметров, 70-80, накрою ее пленкой. И посмотрим, затопит, нет. Ну вот, 50 сантиметров, и вода пошла. Да. Хреново. Посмотреть где-нибудь на бугорке место. Так, сделал пробу немного повыше. Сантиметров 50 тоже выкопал. Сейчас накрою пленкой, посмотрим. Если не затопит, то еще чуть-чуть поглубже сделаю. Показываю, как я тут проживаю. Здесь спальное отделение. Здесь барахло все. Столик у меня там. Такой вот столик. Резцы с собой. На всякий случай тоже. Видно, нет, там темно, наверное. Вот такая вот обстановочка. Погодка, наверное, сегодня не даст ничего поделать. Вот об этом, про это я говорил. Вот на одной липучке здесь только держится. Остальное все задувает в эти щели. Хоть зашивай его. Все, залез в палатку, там походу дождик собирается. Буду обедать. Вон гречечка, сосиски, хлебушек. Всем приятного аппетита. Завтрашнего дня вроде там получше уже, обещают погодку.
Какой смачный кусочек. Два нашел даже. Сейчас за эту неделю я вам наберу. Вот это я понимаю, сбор чаги с одного дерева, вон сколько сразу. Сейчас сразу почищу и нарежу. Когда сырая, ее лучше резать. И режется лучше, когда сырая. Можно даже руками ломать. Вот такая вот, ребята, красота. Целая тарелочка свежеиспеченной чаги. Все нарезал, почистил, сейчас подсохнет и можно будет фасовать. 1,5 килограмма. Отлично. Вот такое вот дерево с капами. Неподалеку тоже находится. Не отходя от кассы, так сказать. Но сейчас отпиливать не буду, конечно. Сейчас раз березовый сок идет. Его уже не остановить потом. Хотя я закрашиваю ранения вот эти вот. Потом березовый сок пройдет, когда уже можно будет спилить на чашечке. Да уж. Сегодня, конечно, погода нам подпортила, и все, все планы. Ну да ладно. Вечереет уже. Погода так-то вроде, дождя так и не было. Надо было все-таки ехать сегодня в урочище. Ну ладно, завтра поеду. Пойду сейчас монтировать фильм для вас. Пишите комментарии, связь здесь ловит. Прямо отсюда и загружаю. Будет что хоть почитать вечерком. Также отвечаю всем. Сегодня, наверное, зря снимал. Особо ничего интересного и не было. Ну и да ладно. Монтирую на телефоне. Надеюсь, качество сильно не ухудшилось. Фильмы, наверное, будут покороче сейчас. Но часто. Такие дела. В принципе-то у меня генератор завезен. Но пока бензина мало. На бензопилу у меня там и бензопила завезена, все завезено. Пока не тороплюсь со строительством, надо деньжат подкопать металлолома. Да и место тоже сейчас посмотрим. Там подкопал. Вода и вода, если не пойдет, то будем, наверное, в том месте строить. Для строительства, наверное, надо будет заводить доски, поэтому особо я не тороплюсь. Сейчас на машине не подъехать, везде все затоплено. Маленько надо, чтобы подсохло. У нас что, заняться есть чем пока. Ладно. Всем спокойной ночи.